Матчи Алтай Торпедо Темиртау, с нами Евгений Кравинский. Евгений, с победой у вас. Спасибо. Ну, традиционный вопрос, за счет чего вам удалось одержать победу вчера и сегодня? За счет, наверное, думаю, дисциплины, командного духа. Команда у нас сплоченная, коллектив хороший, в этом году подобрался. Разговариваем друг с другом, выполняем установку тренера, и за счет этого есть результат. Сегодня при счете 2-2 какой момент стал переломным, на ваш взгляд? Можете выделить? Ну, я думаю, удаление у соперников чуть их подкосило. Ну, и нам тоже сейчас такая позиция у нас в таблице, что очки нежелательно надавать, и мы выходили только на победу. И, ну, вот, можно сказать, что удаление их подломило. Там, мы просто добавили и забили свои голы. У вас такая интересная тройка с братьями, да, Ананичем? Как вы характеризуете игру вашего звена? С ним я знаком был еще в Снежных Барсах, мы играли позапрошлом году. Просто знаю, как они играют, как они себя ведут на льду, и стараюсь как-то ближе к их стилю игры подобраться, и вроде неплохо получается. Так, забиваем, удаем, разговариваем друг с другом. Вроде нормально все. Большое спасибо, хороших вам игр. Спасибо. Спасибо.